Депутаты окружного совета депутатов от «Единой России» провели мониторинг наличия парковочных мест для людей с ограниченными возможностями здоровья на стоянке крупного гипермаркета в селе Юдино. Инспекция прошла в рамках реализации партийных проектов «Единая страна. Доступная среда» и «Безопасные дороги». На территории гипермаркета есть бесплатная парковка с удобным подъездом, навигационными знаками и разметкой. Парковочные места для инвалидов выделены специальными знаками. Как отметили депутаты, на момент проведения мониторинга нарушений не выявлено.